Они приехали со своим рецептом, с идеей разливать лимонады на соковой основе с изображением Сталина. Дальше здесь стоит специальный ворошитель. Роль Сталина – победа в Великой Отечественной войне. А Великая Отечественная война была достаточно тяжелая, и мы, победив в этой войне, спасли весь мир. Поэтому личность легендарная, на самом деле. Кто-то может сказать по-другому, и поэтому если человека не обсуждают с отрицательной стороны, значит человек ничего не достиг. Лоток заклеивается. Нам понравилась идея с точки зрения маркетинга, потому что люди в первую очередь, да, они же берут бутылку, и они же не знают, что внутри. Первый раз, когда взял лимонад, он смотрит. Мне даже говорить ничего не надо. Ну ничего, это такое. Я с этим не согласен, но говорить. Я купила эту воду, потому что мне стало интересно, что это за этикетка. Вкусная, мне нравится. Как из детства вкус? Мы произвели его в количестве 120 тысяч штук, по-моему. Продажи достаточно хорошие. Бутылка идет уже с этикеткой и дальше проходит в упаковочную машину. Кто-то говорит, что да, это победа в Великой Отечественной войне, это вождь, это великий и легендарный человек. Кто-то говорит, что нет, это были лагеря, были ссылки, были расстрелы, были репрессии. Виссарионович был легендарным человеком, соответственно, будет всегда и положительная, и отрицательная сторона. Я думаю, Сталину бы понравилось, ну уж точно не расстрелял бы.